Окей, парни, вижу, вашей драки не избежать. Как насчет того, чтобы прийти ко мне домой и здесь подраться? Попался. Остановись, мы убьем друг друга. Чё творим? Про меня зовут царь Кионис. И просрал уже, просто срал уже. Подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь будет ты же знаешь, Пётр, мой суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против песни нравится быть под нами. Так что будет скорее подписывайся, чтобы быть самой сильной бати на ютубе. А также сегодня со мной идет снимает Настя. Привет! Соник Эксе, один из самых необычных монстров в нашем мире, который является проклятой копией обычного Соника. Уже ранее банда ядила куклу Вуду на этого Соника Эксе, чтобы уничтожить его. Но, к сожалению, ничего не получилось, он просто нас обхитрил. После чего я взял свой дрон и сразу же отправился за этим Соником, чтобы снять его. И вы не поверите, банда, но я не просто его снял, а даже снял убежище, где он живет. Именно поэтому сегодня в 3 часа ночи я хочу позвонить одновременно Сонику и Сонику Иксе, чтобы услышать, как они разговаривают между собой и вообще услышать их настоящие голоса. И я уверен, банда, что это будет просто нечто. Именно поэтому давайте на это видео наберем 50 тысяч лайков. И тогда, банда, я со своего дрона попытаюсь одновременно снять Соника и Сонику Иксе. И, возможно, даже удастся снять их драку. Именно поэтому, банда, скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Вы своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе, так что будет скорее всего в описании, ставь лайк. А мы тем временем звоним Сонику и Сонику Эксе. Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы, на часах уже 3 часа ночи. По идее, именно в это время я уже могу звонить этим обом Соникам. Я очень переживаю, банда, но все же вот номер Соника Эксе. По нему сегодня я буду звонить. А вот номер обычного Соника, с которым я ранее никогда не общался. И для начала, банда, я как раз хочу позвонить обычному Сонику, чтобы с ним познакомиться. Возможно, он будет хорошим, а возможно плохим. Нам это сейчас нужно разузнать, а потом уже позвоним одновременно. Окей, банда, я уже звоню обычному Сонику. И я так переживаю, потому что ранее с ним никогда не общался. Возможно, он вообще сегодня захочет меня убить. Тем не менее, пожалуйста, возьми трубку. Кто это? О, слушай, Соник, привет, меня зовут Сергионис. О, это же ты убил Соника Эксе. Мою плохую сторону. Не совсем. Послушай, буквально пару секунд, мне нужно дойти, можешь подождать? Пожалуйста, буквально 2 секунды. Ну и что за бред ты придумал на этот раз? Соник, пожалуйста, 2 секунды, мне буквально на минуту отойти. Очень прошу, мне есть с тобой о чем поговорить. Ладно. О, окей, отлично, подожди. Окей, я ставлю на удержание. Просто жесть, банда, теперь мы позвоним Сонику Эксе. И когда Соник Эксе возьмет трубку, я поставлю 2 телефона и начну разговаривать. Окей, банда, я уже звоню Сонику Эксе и очень переживаю, потому что он 100% хочет меня все еще убить. Кто это? О, привет, Соник Эксе, ранее мы с тобой уже виделись, я Сергионис. О, это ты? В следующий раз я не дам тебе шанса сбежать с твоим дроном. Может быть, но послушай, здесь не из-за этого, не чтобы с тобой поболтать. Что ты знаешь о Сонике, твоем клоне? Я ненавижу Соника. О, моя неудачная экспрессия, как ты? Еще не сдох? Что здесь происходит? Мне не нравится это. О, перестань, это точно Соник Эксе. Почему он такой слабак? Я думаю, что настоящий Соник Эксе уже мертв. Я вырву твое сердце и буду единственным Соником. Так в чем твоя проблема? Ты узнаешь, что такое боль. Боль, это просто жесть. Окей, парни, вижу, вашей драки не избежать. Как насчет того, чтобы прийти ко мне домой и здесь подраться? О, это отличная идея. Сначала я убью Соника, а потом и тебя, человек. Твои куклы в этот раз уже ничем тебе не помогут. Пожалуйста, перестань, ты выглядишь убого. Испугаешься, как всегда, и убежишь. Совсем скоро ты умрешь. Жить тебе осталось максимум минуты 2, пока ты бежишь к его дому. Я уже выбегаю.
Господи, банда, это просто жесть, вы слышали их? Это реально два монстра, которые сейчас придут ко мне домой. Тем не менее, банда Sonic XZ сказала, что они будут через 2 минуты совсем скоро. Оно так и будет, вид они бегают со скоростью света. Такая жесть, невозможно, сегодня у меня дома подерутся, просто вдумайтесь в это. Господи, банда, подумать только, они реально разговаривали друг с другом. Мой план сработал, мы услышали их настоящие голоса. И это были просто ужасные голоса, особенно в Sonic XZ, прям мурашки по коже от него бегали. Тем не менее, банда, я думаю, что после сегодняшнего телефонного разговора они 100% захотят друг друга убить. Потому что то, что они наговорили друг другу, это ужасно. И все же, банда, я очень сильно переживаю за свою квартиру, чтобы они не разгромили ее. Они очень маленькие, их будет трудно поймать. Тем не менее, придут они уже с минуты на минуту. Это они? О, господи, Настя, посмотри, это он, Соник пришел, ты видишь? Сереж, мне кажется, это не настоящий Соник. Не может быть, посмотри на его глаза, это 100% он. Давай не будем ему открывать. Нет, Настя, это Соник, он спасет нас. Йо, Соник, привет, как жизнь, а? Сереж, закрой окно, я уверена, это не он. Не может быть такого, это он, это Соник. Сереж, это 100% не он, посмотри. Что? О, господи, что это, Соник Экзе? Отстань от меня, чудовище! О, черт, Настя, это был реальный Соник Экзе, он обманул нас. Это не Соник. Настя, о, черт, что случилось? Просто жесть, он набросился на тебя, он зацепил тебя своими когтями. Это ужасно, господи, мы должны ему отомстить. Прости, что я тебя не послушал, мы открыли окно. Это ужасно, банда, он нас обманул, это был Соник Экзе, мне все еще в это не верится, Настя меня предупреждала. Окей, тем не менее, банда, он теперь в нашей квартире, я не знаю, что делать с Настей. Нужно срочно что-то сделать с твоей раной, возможно, в больницу отвезти. Мне просто в это не верится, он нас обманул, как он вообще превратился в обычного Соника? Возможно, это какая-то его новая суперспособность. О, господи, это Соник Экзе, Настя, ты видишь это? Просто жесть, он снова хочет нас обмануть. Мы не будем его впускать, уходи отсюда, Соник Экзе. Ты уже чуть ли не убил Настю. О, господи, как твоя рана. Очень просто жесть. О, черт, это был Соник Экзе. Неужели это Соник? О, господи, то есть получается, Соник Экзе в нашей квартире. Нужно пустить Соника. О, господи, Соник, прости, что не поверил тебе. Просто Соник Экзе уже напал на Настю. У нее тут рана, ты видишь это? Пришел раньше меня, как? Где он? Куда он делся? Он забежал куда-то в квартиру, мы его увидели, он где-то здесь. Нам срочно нужен план, как его убить. Уже ранее мы пытались его убить, мы сделали его куклу, вот он бессмертный. Он такой же, как и я. Для начала поймаем его. Но я надеюсь, ты знаешь, что делать, потому что мы доверяем только тебе. Нужно быстрее поймать его и связать. Окей, тогда пойдем его найдем. Настя, оставайся здесь, как только мы его поймаем, мы сразу же придем тебе на помощь. Ну, хорошо. О, господи, Соник, я не мог никак его спасти, этот Соник Экзе очень быстрый. Ты не мог ничего сделать, он слишком быстрый. Он и так бы ее ударил. Да, Соник, ты прав, мы уже пытались его несколько раз убить, но он просто бессмертный. Я знаю, как его убить, но нужно это сделать намного быстрее его. Окей, Соник, здесь 2 двери, в одной из этих комнат находится Соник Экзе, но в какой? У нас нету права на ошибку. Я уверен, где что ты готовится нападать. Если откроем не ту дверь, то он убежит через другую. Да, я знаю. Я, наверное, возьму 3-ю комнату. О, черт, Настя, что случилось? Черт, Настя, что случилось? О, господи. О, черт! Просто жесть! Он расцарапал тебе весь живот! О, господи, Настя, мы 100% его отомстим! Нам нужно ее где-то спрятать, она будет грузом, да и он захочет ее добить, вряд ли она нам уже поможет. О, господи, Соник, прав, тебе нужно где-то спрятать, иначе он придет тебя добивать! Идем быстрее в спальню, там ты будешь в безопасности! О, я верю, Настя. Это просто жесть. Мне не верится, что он на тебя набросился. Окей, тем не менее, мы сейчас тебя уже спрячем в спальне, будет все хорошо. Быстрее входи сюда, здесь ты будешь в безопасности. Только нужно быть максимально тихо, а то он начнет тебя услышит. Господи, мне просто не верится, такая огромная рана такого маленького существа. Попался. Ты будешь драться со мной, а не с ним. С каких пор ты прислуживаешь людям? Все, кто хотят убить тебя, мои друзья, тогда ты сдохнешь вместе с ними. Остановись, мы убьем друг друга. Нет, сдохни уже. Стой, ты не убежишь. Черт, что произошло?
Господи, бада, мне кто-то ударил по затылку, я вырубился! Неужели это Соник, он меня предал? А куда делась Настя? Она же была здесь, что произошло, пока я был в отключке? Господи, бада, неужели Соник меня предал? Куда он делся, Соник? Соник, где ты? Мне просто в это не верится, он сначала влез в мое доверие, потом меня предал. Где он, Соник? О, черт, Соник, что с тобой? Да я дрался с ним, я повредил ногу. Возьми меня на руки. О, господи, конечно, тебя возьму на руки. Иди ко мне. Я пытаюсь, аккуратно, терпи. Как тебе, вот так удобно? Да. О, господи, окей. Соник, куда делась Настя? Соник. Соник. О, господи, это же Соник Икса. О, черт, отпусти меня. Что ты делаешь? О, господи, что ты делаешь? Отстань от меня, Соник. Господи, что это было? Я и забыл, что он может превращаться в обычного Соника. Такую ловушку я точно не ожидал. Господи, банда, он просто на меня набросился и пытался меня задушить. Вы видите это? Как же оно болит, черт возьми, у него были огромные когти. Я теперь понимаю, почему у Насти был такой шрам. А где Настя? Погодите. Он убежал куда-то туда, ставишь Настя где-то там. Мне просто в это не верится, банда, ты реально монстр. О, черт, что это? Какой-то кровавый след. О, господи, что здесь? О, черт, Настя, Соник, я вас нашел. О, господи, Соник Икса напал на меня. Давай быстрее, я помогу. Господи, мне просто не верится, что я смог вас найти. Давай развяжу еще Соника. Он напал на нас и спрятал нас здесь. Такая жесть, мне просто в это не верится. Я рад, что смог вас найти. Тем не менее, банда, как мы видим, Соник оказался не предателем. Он сражался за нас. Где Соник? О, черт, Настя, что с твоими глазами? О, господи, опять! Проклятие Икси! Сейчас только не это, Суприм Банда! О, черт! Господи, она пришит за мной! Попался! Черт, ты что здесь делаешь? Напугал! Тебе бы новую подружку найти после этого! Ой, не говори ерунды! Пойдем, нам нужно ее спасти! Господи, банда, мне просто в это не верится! На Настю снова наложили проклятие Икси, как в прошлый раз! Когда был спать в Икси, он то же самое сделал с Настей, как и этот Соник! О, господи, Настя, что с ней? Кто ее утаскивает? Стой! Настя! И что за бред ты говоришь? Мы должны ее спасти! Я тут бог, и я решу, кто будет жить! Отпусти меня! Это конец! Ставь лайк и подписывайся на канал, или я убью каждого из вас! Я Соник Икс, бог этого мира!